Ребятки, всем привет! Что мы снова здесь, на этом объекте, на котором были совсем недавно. Продолжаем мы движение с камнями. Вытаскиваем вот таких вот братцев. Это, наверное, в прошлом видео вы увидели. Здесь еще будет один котлован, где-то вот, не знаю, где-то вот в этом месте, пока заказчиков нету, еще не знаю, сейчас подготавливаю площадку, здесь надо канал вот этот зарыть, сейчас ее зарою, чем найдут, тем зарою, как говорится, вот, и при заказчике, я так понимаю, отметит не фундамент, и мы будем уже копать еще один котлован под фундамент. То есть не отметит фундамент, отметит, где будет место под фундамент отметить. Да. И тот котлован, не знаю, видно, нет. В принципе, горизонт получился один, кроме ближней вот стороны, вот той правой. Там немного пониже. Ну, там пониже, потому что сверху не стали снимать глубже, поэтому как бы, ну, горизонт, естественно, не получается. Там уже подсыпем песком, и будет все великолепно. Вот. Так что приступаем сегодня к работе. Я думаю, смена будет сегодня. Если надо договориться по машинам, то по-любому будет смена, потому что надо будет грузить камни. Ладно, посмотрим. Да, водички здесь ниже участок, и сразу же вода выступает, аж прям бурлит. Вчера вот выкопал камень, а сегодня здесь уже бассейн. Да, дренажка здесь, конечно, обязательно. Особенно надо отсечь от фундамента, по-любому копать. Take, 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 take
Парнинг
Ладненько, я вам скажу, запарненько. Все работе, а может и больше.